Спасибо Болгов Продакшену, Майтан и Бочкарям. Мы побывали в космосе. Расскажи, что тебя вчера удивило. Я уже забыл, что меня постоянно что-то удивляет. Натуральное дерево. Трёшка. Это матрешка мутант. Большеголов. Матрешка большеголовая. Это есть карта доступа, по которой ты можешь жить. У тебя есть доступ. Любой замкадыш может жить. Тебя мы пропустили лифт. Алло, мама, у меня все хорошо. Я живу как король. Да, Юрий, я был в Останкино. Я был в Останкино, это было, мне было 8 лет. Ой, я в Москве. Первый раз я приехал поступать в Москву в 95-м году. Москва, надо говорить. Москва. Москва. Ну, видишь, я не местный. Юра, оборачивайся. Ну, Раша. Юра, вот эта карта позволяет жить любому россиянину в Москве. Вот это. Короче, символ России ты матрешка, оказывается. Никто ее никогда не видел. Она примерно такая. Ну, прикольно мне. Я первый раз увидел матрешку Чебурашку, если честно. Мне очень понравилось. После этого я тут ни разу не появлялся. И когда мы появились с тобой 3 дня назад, я понял, что тут без нас образовались мутанты. Вы сейчас на заднем плане видите здание гостиницы «Космос», построенное в 80-79 году. К празднованию Олимпиады 80-го года. Потом организаторы этого строительства решили поставить памятник. И поставили его, кстати. Вон он. Вы можете его видеть. Да. И оказалось, что нормальных людей тут очень мало. Тут только фрукты дешевле. Да ладно. А жизнь очень дорогая. Прикольно. Низенько. Вообще высоко. Сначала мы заедем к моей тетушке, там пообедаем, потом на аэроэкспрессе и полетим домой. Привет, привет! Привет! Юр, надавил? Моргает. Ну вот и все. Я в этом не участвовал. Занимательная история.